ехал на грузовой машине, окошко приоткрыто было, услышал крики детей, плач, и увидел, что он вот за шиворот держит двух детей, вот так вот прям держит, и говорит, сейчас я их выкину, я их сейчас выкину. Я с машины выпрыгнул, побежал вот оттуда, и вот быстрее-быстрее поднимался на этот козырек. Я ему сказал, успокойся, я говорю, что ты делаешь? Я говорю, это же дети, зачем ты детей-то выкидываешь? Нет, я ее сброшу. И потом вот резко вот как вот так вот прям кинул ее. Я ее вот на лету прям увидел где и прям поймал, и мы вместе с ней прям в сугроб упали. Женщина окошко вот здесь вот открыла, здесь вот есть окошко, там вот окошко открыла, и я через ее комнату прошел туда, в этот тамбурный вот этот коридор, вот, и услышал, мальчик там плачет, вот этот мальчик, я его схватил, и как бы там люди были еще на этаже, и передал, говорю, уносите.